Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 5, Триумф Джакет, страна Европа, демисезон, количество мешки 4 штуки, вес мешка 6 кг 0,50 грамм, куртки мужские, куртки все однотипного плана, идут одной расцветки, все то же самое здесь, все одни и те же молнии, карманы, клепки. Клепки, молния. Куртку можно назвать 2 в одном, 3 в одном. Это одна теплая куртка идет. Внутри также она с флисом, внутри подкладка. И можно ее убрать на молнии. Сделать куртка-ветровка. Материал защитный, непромокаемый, непродуваемый. Внутри сетка идет, которую отстегнули мы куртку. Такой же материал, как и у внешней куртки идет, непромокаемый, непродуваемый. Внутри идет флис. Также можно эту куртку вывернуть, и она будет толстовкой. Карманы также в этой толстовке будут. У нее все в рабочем состоянии. Размер этой куртки будет 3XL. Светоотражающие полоски, карманы. С другой стороны на молнии потайные. Капюшон имеется в этой куртке. Он идет по тайной вороте на молнии. Молния. Вот капюшон идет на липучке. Здесь резинки. Полоски светоотражающие. Манжет, липучка и резинка. Во внутренней куртке здесь будет, получается, клепка. Внизу у куртки резинка, утяжка, и во внутренней куртке то же самое, резинка, утяжка имеется. Сзади идут такие же светоотражающие полоски, и здесь вышивка еще идет. Будут здесь только размер этих курток, все остальное здесь все одно и то же. Размер это L куртки. Размер 3XL. И размер S. Бирки даются на каждую куртку. Спасибо за внимание.